шлемы, чувак. Да. Мы находимся сейчас в, как это сказать, в округе Шонла. В округе Шонла обитает местная народность, которая по национальным там вероисповеданиям или прочей фигне завязывают волосы на голове вот таким вот пучком. Пучком сверху они носят либо платочек, вот как данная тетя. Понятное дело, традиционный платок. Вот здесь вот мы наблюдаем, как бы, мадам, которая нам, собственно говоря, все подавала. Также такой вот пучочек, собранный волосы ее. И недавно, несколько лет назад натыкался на новость, что специально для таких дам выпускается шлем. Вот, видите, как им, приходится одевать шлем очень-очень надевать. Thank you, грамма нации! Надевать прямо на голову, и вот он вот так вот, немножко торчит, выпирает, да, выше, как бы, уровня самой головы. И, понятное дело, нифига не защищает. Поэтому местный производитель, если я найду его, я обязательно сниму, сфотографирую. Местный производитель шлемов вот здесь вот сделал вот такой вот выступ. Выступ, то есть сохраняются защитные свойства шлема, но в то же самое время он не слетит с головы, будет как бы ровно хорошо сидеть плотно, да, и не будет мешать этому самому пумпончику, назовем его так. Вот такая вот интересная народность здесь обитает. Береги